Ну что там, Остап, уже нормально снимаем? Я уже замерз. Давай быстрее доснимем, я хочу уже домой пойти. Давай, давай, давай. Снимаешь? Да, да. Ну давай. Всем привет! И сегодня у нас зимняя велопокатушка. У нас такая замечательная погода. Выпало у нас километр снега по подошву мою, и то не везде. И сегодня у нас зимние велопокатушки. И сегодня мы ничего не будем делать здесь, потому что это скетч. И вот так вот закончим скетч. Холодно, ну нахера эти зимние покатушки. А потом думаю, что она штука крутит. Кстати, вот эта фотография прямо сейчас отправляется в мои сторис, так что подписывайся на мой инстаграм и подписывайся на инстаграм Остапа. Ёб твою мать. Здорово, брат. Ты кто? А, брат, привет. Брат, что робишь? Сезон жду. Да пошли кататы, браты. Так в смысле, сезон закрыт? Ты мне не брат. Вот. Теперь-то грязь у меня не будет попадать куда попало. Просто скотчет деру. И будет велик чистый. Можно ехать катать. Почти как с магазина. Здравствуйте. Это веломагазин? Да, это веломагазин. А у вас уже скидочки в честь зимнего сезона есть? Да, конечно. Идите, выбирайте все, что хотите, покупайте, идите. В общем, друзья, вот такой получился у нас зимний скетч. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. И спонсор сегодняшнего выпуска вот такие вот бафы. Вот такие вот бафы есть. И вы можете купить у меня в инстаграме. И часть вырученных денег пойдет на развитие дёрт парка. Так что переходите, покупайте. Даже если не надо, покупайте, чтобы поддержать. Поддержать мой велосипед, который только что чуть не упал. Пока. А, ну и на инстаграм. Сейчас я вот так вот скажу. Это оператор. Оператор. Подписывайтесь на инстаграм оператора. Потому что он грустит. Да. Печалька. Ой, мои яички.
Привет, брат! Привет, брат! Что робиш, брат? Сезон жду. Велосипедный сезон. Зима. Жду сезон. Брат, это не похуй. Ёб твою мать. Здорово, брат! Блядь.